Да, у меня получилось, я умираю. У меня получилось. Короче, такой вот бах. Вот сейчас я вам показал такой вот бах. Всем привет, друзья! Вас приветствует Кирилл, и вы на канале Twelve. И добро пожаловать на новый ролик по карте монахини в Майнкрафт. И сегодня я вам покажу систему дней на моей карте. Пока что... Да, монахини у нас не убивает, нас не убивает с первого раза, но это пока что. Самое главное, это что получилось сделать дни, ну а... Наложить эффект суперсилы на нее, это уже потом я сделаю. Также изменена плохая конечная сцена и хорошая конечная сцена. Теперь голова персонажа поворачивается намного более плавно. И в конечной сцене тоже. Кто-то тут окно выдолбил. Или так-то. Ладно, неважно, пускай так будет. Фишечка. Может, это Нил сделал. Ладно, монахинь нас пока будет сейчас дубасить, но потом я вам покажу хорошую конечную сцену. Но сначала сейчас... Ладно, неважно, я просто тут переименовывал. Ты мне будешь бить? Ой. Давай. Ты что, обиделась? Ой, ядрёный батон. Что, меня простила? Нет? Давай, убивай меня. Сейчас он нас убьет. Ну, тупая ты какая. Так, день второй. Тут у нас сервисная комнатка есть, не обращайте на нее внимания. Угу. Давайте-ка. Умрем снова. Все без монтажа, без склейки. Вот она опять сюда приперлась. Ну, тупая-то какая. Ну, она меня не убивает. Когда я около дверей каких-то стою, она меня не трогает почему-то. Допустим, вот тут вот. И она не умеет открывать двери. День третий. Мы сразу возрождаемся. Я надеюсь, запись идет, идет вроде. Так, опять ты тут, да? Нет, она уже не тут. День четвертый. Сейчас будет последний день. Ну, я еще раз повторяюсь. Это экспериментальное пока что все. И поэтому она нас сейчас убивает не с первого раза. Но, возможно, в следующем обновлении карты она нас будет бить, отнимать у нас все сердечки. Ты тут, что ли, где-то? Нет. Никого нету. Что там маска делает? Куда она убежала? Убежал куда-то, чмошница такая. В прачечную убежала. Никого нету. Дура, ты где? Не, серьезно, куда она делась? Прачечная открыта. Хм, странно. Вот это да.
Она не умеет открывать двери, но куда она могла уйти? На второй этаж? Она туда никогда не ходит. Игра называется «В поисках монахи». Ну, по крайней мере, видео не таким коротким. Ой, я сейчас помру. Ой, она где-то... Где она есть? Она тут? Или она тут? Или она тут? О, все, все, в Майнкрафте убрали, походу, эту штуку. Ну, типа, я тут лазил, тут были прозрачные блоки. Но это не судьба. Опа, и сломалась. Ни хрена себе. Опа, и сломалась. Тут тоже надо строительные леса ставить. И обычные кнопки нам дают. Нет, а где она есть-то? Пасхалка не работает. Это бесит. Она где-то гудит, а где гудит, неизвестно. Ядрен батон. Мне кажется, проще сгореть в огне. Давайте на последний день сгорим в огне. Пока мы ее найдем, пока она придет, а тут сейчас раз. О! Даже быстрее пошло дело. Хотя не знаю, кто быстрее бы нас убил. Все, плохая конечная сцена. Пока что тут монашки нету. И пока что на нас маску не одевают. Но это временно. Теперь у нас голова плавнее двигается. И нас закрывают. И теперь мы идем в главное меню. Теперь старт. Ну и выбираем любой режим сложности, так как они ничем друг от друга не отличаются. День первый. Давайте сейчас пройдем игру. Благо, как раз я надыбал себе кнопочек. И давайте ее пройдем прямо перед монахиней. Чтобы она прямо около нас была. Чтобы мы вот так вот сделали. Ой, она нас бьет. Ой, что творится? Ну, теперь мы плавнее, видите, идем. Все, она не успела до нас добраться. Вернуться обратно. Ой, фиг знает, куда вернулись. Вернулись мы к вот этому механизму, который у нас как раз и отвечает за дни. Секрет, но это не важно. Это вот... восстановление механизма, нажимаем сюда и потом ломаем все вот эти вот штучки. И сейчас у нас снова пойдет второй день. Усё. Ну и теперь снова можем умирать и возрождаться. Опа, и попали сюда. Давай, монахиня, ладно, не убивай меня. Я буду в огне убиваться. Ой, она там, наверное, в огне застряла. Ой, не в огне, в этом. В концовке, нет. Я могу еще раз пройти. Давайте сделаем это прямо сейчас. Что, если попробовать умереть во время концовки? Ну, нам надо приманить эту дуру, а я не знаю, где она есть. Экспериментируем с Кирюшкой. Она, наверное, в своей любимой комнате. Давай, бей меня. Ну. День второй, а у нас концовка должна быть. Вы сбежали из школы. Что произошло? Что? Черт возьми, произошло. И, кстати, еще будет прикольно в последний день. Давай. Давай, убивай меня. Убивай меня. 5 кнопок есть еще.
Ну, если что, возьмем из креатива. Ой. Он сейчас меня убьет. День третий. Она меня убила. Быстрее бежим в концовку. Вы сбежали из школы опять. Мы сбежали или... Почему ты меня не трогаешь? Она забагалась из-за этой кнопки. Тварь тупая, бесишь меня. Давай, бей меня. Чё ты прыгаешь, тупая? Вот совсем тупая. О, пошло дело. Эта кнопка не дает ей покоя. Она не успеет до меня добежать. Поэтому мы прошли игру все-таки в этот раз. Но у нас еще остались дни. Хоть мы и прошли игру, но дни заново у нас не начинаются. Хотя надо будет это сделать тоже. Но сейчас мы с вами идем. Давайте сюда. Неблагодарная скотина. Так, сейчас мы умрем. Ну. Блин, я не успел нажать. А то бы сейчас нажал бы, красота была. Бы. Ключевое слово бы. Давай, ты тут. Убивай меня. Можно еще сделать, чтобы она после смерти телепортировалась куда-нибудь в место специальное. О! Все съехало. Она нас не успела убить. Печаль. И кнопки куда-то исчезают потом, блин. Короче, мы профукали сейчас с вами кнопки. Могли бы их использовать. Нет, кнопок тут больше нету. Давайте я сейчас зайду в креатив. Опа. Теперь она меня не тронет. Давайте сейчас я зайду в креатив. И возьму отсюда кнопки. Все, теперь она меня запалила. Блин, не успел убить. Ну ладно, сейчас у нас еще, наверное, какой-то день будет. Либо последний, либо уже плохая концовка. Сейчас мы узнаем. Давай, трогай меня. Как-то звучит странно. Кстати. Последний день. Блин, вот так бы, вот чтобы еще было бы. Вообще прелесть будет. Сейчас мы в последний день-то надо ухандокаться. Вы сбежали из школы. Что происходит? По идее, должны и двери восстанавливаться. Так, сейчас надо кнопку быстренько поставить. Давай. Блин. Мы игру проходим, и у нас плохая концовка. Мы надюпали себе день. Концовка не началась плохая. Вы сбежали из школы. Либо что-то пошло не так, либо
Что-то пошло так, я не знаю. Концовка не началась. Митрён батон. Ничего не было написано. Концовка началась. Срочно бежим. Я успел. Господи, что происходит вообще? Так. А происходит следующее. Вот тут вот мы сейчас ломаем. Сейчас у нас последний день должен быть. Сейчас у нас последний день должен быть. Сейчас мы должны будем сбежать. Быстренько вот так вот сейчас. Опа. Она, небось, там забагалась. Потому что она очень тупая. Ну да. Хотя, ну, относительно. Она... хотя бы в дверной проем вписывается. Давай. Плохая концовка началась и хорош. Что происходит? Ой, нашу... Да, у меня получилось, я умираю. У меня получилось. Короче, такой вот бах. Вот сейчас вам показал такой вот бах. Надо в последний день перед монашкой сбежать из школы. Если вы это сделаете... то вы выберете за карту и сможете посмотреть вот на этот вот ужас, который тут творится вообще. Я сейчас вам покажу в креативе. Просто посмотрите на это. Посмотрите, как тут много командных блоков. Посмотрите. Вот это вот финал идет. У нас вот сюда финал идет, и потом еще вот тут сверху финал идет. Там вот к воздушному шару. Тут, конечно, творится беспредел полный. Ну, вам показал дни. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Кирилл, канал 12. Всем удачи и пока-пока.